Почему детям надо смириться, что они никогда не оправдают ожидания своих родителей? Как выглядят здоровые отношения между поколениями? Что делать, если дети не хотят взрослеть? И какие в связи с этим могут быть последствия? В гостях программы «Разговор по душам» психолог Елена Яшина. Смотрите новый выпуск во вторник, 5 декабря, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».